две минуты. Две минуты с момента начала матча, Астана ни разу еще. Кольцо соперника не поразило. Чуть не уронил мяч, но все-таки донавился. Мяч долетел. Элис и издали Октавио. Но ударь. Октавиус получил мяч на Нельсона. И удается спин-мув. Нет, не забивает Октавиус. Ну что ж, попробует сейчас атаку в переходе. Оформит Дэвин Дэвис. Не тут-то было. Которое и привело к переходу владения. Элис. Две секунды. Скидка наверх. Уитакер успел выбросить. Секунд до конца времени на владение. Маркел Джонсон бросок осуществлял. Элис. Одним трехочковым броском Карвел Андерсон отметился пока что в этой игре. Нельсон на Элиса! Вау! И хотя бы довести ее до броска. Элис. Бросок Октавиус. Песклов. Элис. Октавиус. Полез давить. Бросок. Да, забивал. Уитакер из угла. Нет, не попал Уитакер, но Элис подбирает и добавляет. Конечно, до трипл-дабла далековато и Элису, и Джонсону, но после этой атаки скажу, Кирилл. В одной встрече удалось Хиллу оформить, но вот сегодня у Джонсона есть возможность свой предыдущий рекорд превзойти. А это получилось создать изоляцию Невилсу. Бросок через Мурзагалиева мимо. Подбирает мяч Элис. Ой-ой-ой, Кирилл Песклов. Ну вот опять Кирилл Песклов и его важнейшее касание. И точка. Все.